Областной фестиваль «Студенческая весна-2015» завершился гала-концертом. Мероприятие прошло в минувшие выходные в театре имени Слонова. Участие в нем приняли студенты 32 техникумов и колледжей города и области. Творческие коллективы и индивидуальные исполнители выступали в нескольких направлениях – музыкальном, танцевальном, театральном и оригинальном жанре. Гала-концерт областного фестиваля «Саратовская студенческая весна-2015» среди высших учебных заведений области состоится 16 апреля 2015 года. Это настоящий праздник для молодежи, ради молодежи и сделанный самой молодежью. Потому что в рамках данного фестиваля принимает участие более 30 тысяч студентов профессиональных организаций и учреждений, которые находятся на территории региона. Ребята соревнуются по разным направлениям, их у нас 5 в рамках студенческой весны.